друзья, привет! Самая длительная посылка из всех, когда я показывал штаны, я ошибался, 150 дней. 150 дней она ко мне шла. Я ее заказывал еще зимой, на лето. Лето пришло. И вот, наконец-то ко мне дошла эта посылка. Это штаны женские. Такие цветастенькие, красивые. Естественно, еще 2 месяца назад мне вернули за них деньги. А посылка резко появилась в Киеве 3 дня назад. И вот я получил. Прошито нормально. Ткань такая, хлопок, сеточку. Должна быть как раз, поскольку она такая, на камеру, наверное, видно не будет, но она просвещается, то как раз будет на лето. Можете посмотреть на странице у продавца или на превьюхе, как она выглядит. Мне нравится. Пошито хорошо. Тут резинка сверху тянется. Мне нравится. В общем, ссылочка, ребят, будет в описании. Я на этом с вами прощаюсь. Пока.